Новая спортивная площадка, ориентированная на уличные виды спорта, открылась на Грибном канале. Комплекс «Городром» объединил три новых олимпийских вида спорта – баскетбол, трое на трое, скейтбординг и скалолазание. Сегодня, в День защиты детей, комплекс был открыт. В открытии принял участие губернатор Глеб Никитин. «Городром», мне кажется, очень логичное название. Всех приглашаю ребят, представителей субкультуры. У вас теперь появилось еще одно пространство. Здесь, получается, на одной площадке сейчас смогут тренироваться представители трех олимпийских видов спорта. Это и скалолазание, и скейтбординг, и баскетбол. Вот такой уличный 3 на 3. Мы, кстати, с учетом открытия этого пространства смогли сейчас зарегистрировать, создать сборную по этому виду спорта, сборную Нижегородской области. Но что самое важное, что открытый территории нашел свое место, свой постоянный дом, тот скейт-парк, который был приобретен и использовался на чемпионате Европы 2019 года. Горки, на которых катались чемпионы, могут использоваться всеми, причем еще раз в круглогодичном режиме. Есть раздевалки, душевые, туалеты, все для людей, все для того, чтобы можно было заниматься. Поэтому есть что считать подарком к Дню защиты детей.